Всем здорово! С вами я, Сергей Вектор, и у нас сегодня челлендж! В общем-то, челленджи я не особо так уважаю, но этот челлендж вам по-любому должен понравиться. Так что перед началом этого ролика поставьте лайк, сразу же возьми поставь, это же не сложно, вам не сложно, мне приятно. С вас лайк, с меня прикольное видео, погнали! В общем-то, есть такой на YouTube челлендж, называется он... Сейчас. Называется он, как-то там называется, вы в названии поймете. Я в название вставлю, что-то затупил. Короче, смотрите. Я смотрю смешной ролик, и сейчас наберу вот воды в рот, и посмотрим, смогу ли я продержаться и не смеяться. В общем-то... Вы по ходу дела все разберетесь, так сказать. Ага. В общем, вот вода. Набираем. Сейчас включаем видео. Когда все пресса, будем делать челлендж. Чипсы. Принглс. Да, у меня вот такая тут масочка совушка. У Саши хамелеончик. Мы закроем глазки, папа нам даст попробовать чипсы. У нас 12 видов. Так много, Саш? Победитель получит от меня вот такой суперприз. Жвачки Малабар. И внутри еще вот такие наклеечки, татуировки. Тату. Да, тату. Классно. Я набью тату, как ты не видишь? Следующий. Вот такой. Я думаю, что это остренько. Давай. Сейчас увидите. Так, Сашка, держи. Мама, держи. Давай, пробуем. Мама. Все в воде, бро! Камера хоть не сгорит сейчас, все в воде, все захляпанное. Я просто не могу, это действительно смешно. Какая-то баба сидит в маске и что-то там пиздит. Блять. Ладно. Давайте сейчас еще одно видео включу. Сейчас что-то включу. Вот это тоже прикольный видос. Сейчас давайте наберем. О, привет! А я тебя знаю. Откуда? Оттуда. Да? Да? А ты? Не стоит. Не стоит? Я на работе, у меня не стоит на работе. Вот так. Не стоит? Нет. О, привет! О, привет! Стоит. Хорошо. Холодильник вот дома стоит. Ага. О, привет. О, привет. А что, не здоровается? О, привет. Привет. Блядь, смотрите. Боже мой. Разливалась вся вода. Вот этот мужик, это реально ржач, за чуваки. Все, такой был челлендж маленький. Если тебе понравился он, поставь, пожалуйста, лайк. Это очень важно. Если это видео действительно тебе понравилось, все на полу, блядь, сука. В общем-то, если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал Сергей Вектор, и до новых встреч, до завтра будет новое видео, пока.